Вашему ребенку от 3 до 6 лет? Вы не живете в русскоязычной стране? Если на оба вопроса вы ответили «да», думаю, вам знакомы такие ситуации. Ребенок охотнее общается на языке среды, потому что все вокруг говорят именно на нем. Вы боитесь говорить по-русски, чтобы не запутать ребенка, и у него не началась каша в голове. Вы не можете дать больше практики общения. Русскоговорящие родственники далеко, и нет возможности часто навещать их. Что же делать? Курс «Русский язык с нуля билингвята» создан специально для таких ситуаций. Это программа по развитию речи и мышления. В итоге обучения юный ученик расширит пассивный и активный словарный запас, начнет лучше и охотнее говорить по-русски, узнает названия цветов и оттенков, научится различать лево и право, а также другие пространственные понятия – на, под, за, выше, ниже, ближе, дальше и так далее. Выучит буквы русского алфавита, узнает, как они звучат и пишутся, научится отличать и правильно называть их, освоит счет в пределах 10, научится сравнивать числа и даже решать простые задачи. В игровых заданиях разовьет логику, внимание и память. Продолжительность одного урока – 25 минут. Такой тайминг учитывает возраст ребенка, позволяет ему не уставать и лучше усваивать материал занятия. Мы рекомендуем 2 урока в неделю для быстрого и эффективного результата. Расписание вы назначаете сами, поэтому занятия проходят в удобное для вас время. Обучение один на один с педагогом гарантирует, что все внимание учителя будет направлено на вашего ребенка. Кроме этого, уроки построены в форме игры, самой эффективной форме работы с детьми. Благодаря этому даже самые активные непоседы занимаются с удовольствием. После прохождения урока ребенок может пройти его повторно самостоятельно, любое количество раз. Все задания озвучены, а система сама проверяет правильность ответов, поэтому помощь родителя не обязательна. Выбери тень для котенка. Вот тень для котенка. Скидки дети любят учиться. Попробуйте и вы.